образование, но не только в границах городского года, но и в интересах дела. И в этом отношении, конечно, отец Иоанн, как благочинный, не только печется, говорится, о церковном питании своих посланных, но также и за силой своего прихода, он также переживает и проявляет особую заботу и обыкновенность о том, чтобы о приходе у каждого из нас, учителя, было не только все канонично, церковно, благоустроено, но также и чтобы и пас, конечно, имела особый пример для подражания стороне благочестия. И, конечно, ваша ревность и забота, дорогой отец Иоанн, она проявляется в исполнении именно тех постановлений и указаний нашей церковной власти. И именно знаком вашего такого учения, заботы, ревности, это отличие правящих окреем вашего служения, кремовского служения. Ваше зоркое, бодрое око, пастырское, оно проникает за длину своего прихода и, конечно, проявляется в том, что вы как истинные благочестие стараетесь воспитывать в нас вот тот дух ревностного служения, горения Богу молитвенного. И, конечно, ни один престольный праздник не проходит без вашего внимания и участия. Лучше, я думаю, похвалой будет для вас это верность вашей пасхи и духовенство вашего благочиния. Сегодня, конечно, вы также стараетесь о том, чтобы духовенство трудилось в школах, в больших частях, в больницах, чтобы оно более было удовлетворенным в своем служении и дальним, и ближним. Хочется пожелать ваш юбилей, дорогой отец, конечно, богатырского здоровья, терпения, мудрости для Иоанна, любви апостола Богослова, ревности Святейшего Святителя. Пожелать, конечно, еще раз паки и паки. Многие благодаря вашим нелегким служением нашего Господа. Много Святым,
служение Святой Матери Церкви. Это немного, но и немало. Вы действительно являетесь тем пастырем, который душу свою полагает за овцы. Все мы священники читаем Евангелие от Иоанна и читаем это Евангелие нашего пастыря. Там будет услышано: пастырь добрый, душу свою полагает за овцы, а не бежит для наемника. Вот вы являетесь этим пастырем, который ведет эту пасху ко спасению 20 лет. Не дай Бог, чтобы вы прослужили 20 лет, дай Бог, чтобы еще, я не буду говорить, сколько Господь вам уготовит, потому что никто из нас не знает, и пусть это ваше служение, которое вы стараетесь, молите за свою пасху. Вы построили прекрасный, замечательный храм, святыню. Вы знаете, когда бываешь в этом храме, сердце радуется, душа радуется. Но я хотел бы еще сказать несколько слов о ваших родителях. Не просто вы стали священником, это бессонные ночи вашей матери, вашего родителя отца, у вашей младенческой колыбели. А материнская молитва, дорогая батюшка, она очень сильна. Вот она вымолила у Бога, чтобы стали верным служителем Святой Матери Церкви и возносите у этого Святого Престола молитвы за свою пасху и за нас, священников, которые ваше благочение имеют, возносим в сегодняшний день наши святые молитвы и за вас. Хотел бы также сказать, что не меньше служения несет и матушка, потому что это первая помощница. Мы знаем, священники, что на приходе брать по-разному, не каждому угодишь. Порой бывает священник и расстроен. Но это жизнь. И первая помощница – это кто? Матушка. Это правая рука, которая утешит, согреет, так бы сказать, и скажет добрые и светлые слова своему батюшке. Дай вам Бог, дорогой батюшка, вам, вашим родителям, вашей матушке, вашим чадам, многое и многое лет, и в знак братской любви примите вот эти белые